Продолжаются баталии вокруг так называемого дела Андрея Баданова. В телерадиокомпанию «Новая волна» пришли документы, среди которых были повестка в суд и исковое заявление от Сергея Ханкевича и Павла Исаева. Напомним, что Сергей Ханкевич работает начальником Бендерского УВД, а Павел Исаев является его замом, начальником криминальной милиции. В своем исковом заявлении они просят Бендерский суд признать несоответствующим действительности и порочащими честь и достоинство и деловую репутацию сведения, размещенные на интернет-канале Днестр ТВ в материале «Андрей Баданов. Я расскажу, как это было». Ни много ни мало сотрудники милиции оценили свои нравственные страдания, моральный вред в сумму по 21 600 рублей на каждого, которые желают получить от Баданова, находящегося, кстати, до сих пор на излечении. Судебное заседание назначено на 25 октября. Елена Цветкова, Григорий Воловой, Ирина Воловая, Днестр ТВ.